Всем привет и добро пожаловать на канал Experience Games. С вами я, Скиф, мы продолжаем играть в Payday 2. Сегодня у нас заданница Хайст, месть Хокстона. Из актива берем мешки для трупов, билд стелсовый, о нем в конце. Сложность оверкилл, потому что на оверкилле профитнее всего фармить, в общем-то, достаточное количество опыта, денег. И по времени это выходит поинтереснее, чем там час бегать и ныкаться от толпы этих копов разной степени бронированности. Мы можем больше сделать, допустим, тех же хайстов. Так, что-то они все решили здесь сразу тусоваться. Так, давайте посмотрим, где они тут. Первая наша задача — это за забор проникнуть, потом надо будет проникнуть в дом. Но за забор это не так сложно. Здесь есть несколько вариантов. Бывают дырки в заборе, либо же камень где-то рядом с забором, с которого мы можем прыгнуть. Пока что ни дырок, ни камня не вижу. В идеале, конечно, чем ближе сюда, тем лучше. Но по-разному бывает. Но в данной ситуации что-то вообще нифига не вижу. Такс, ну... В принципе, есть какие еще варианты? Если ни с чем не повезло... Ой, там еще этот гад. Вообще не повезло, короче. Ну окей. Что я могу? Я могу через дверку попасть тогда. Но для этого надо как-то пробраться. Они тут ходят туда-сюда. Сейчас он немножечко сюда тогда пройдет. Попробуем просто через дверь зайти. Я так понимаю, там дыра, она с другой стороны. Скорее всего, заспавнилась в заборе. Но мы обойдемся без нее. В принципе, есть другой вариант. Как белые люди через калитку. Вот. Немножечко сядем еще. А потом поищем уже, где-то там дырень заныкалась. Дальше ищем щиток отключения сигнализации. О, кстати, повезло, сходу он тут. Вроде никого рядом нет. Быстро действуем и злодействуем. Там охрана. Нам надо вырубить. И потом искать быстренько паник рум. То есть комнату, где этот говнюк заныкался. Улики. Улики. Со стены можно содрать. И вот эти улики. Это надо будет все потом собрать. Все улики. Но пока что ищем комнату. Воу-воу-воу. Кто-то там в окне. Или где? Вроде рядом никого. Здесь бывает карточка. Кстати, нам, возможно, карточка понадобится. Так, этот вниз ушел. Вот гад. Так, и там сверху спускается. О, что-то их тут дофига. Просто дофига. Давайте-ка отсюда попытаемся пока зайти. Такс. Ну-ка, вниз. Ага. То есть вот она, комната эта. Сейчас мы туда попытаемся подойти. Так, это свалил. Сначала вырубим чувака, который за камерами следит. Security в этой комнате. И, возможно, еще кого-нибудь повырубаем, потому что они вниз тут пачками спускаются. Это крайне невыгодно. А сюда они к security, к этой комнате, кстати, не подходят. И мы можем сюда улики всякие стаскивать. Достаточно выгодно. Security комната может еще в других местах спавниться. Давайте сразу откроем. Здесь вот рядом есть этот маленький домик. Бывает там эта security комната. Бывает еще в другом месте. Их, в общем-то, тут много этих мест. Ага, вон чувак идет. Вот этот вот домик рядом. Вот здесь вот бывает security комната. Давайте-ка сюда зайдем. Тут никаких улик нету. Бывают тут улики на ящиках. Так, что нам надо сделать? Сетчатка глаза, это что нам надо будет, наверное, компьютер взломать? Взломайте компьютер ФБР, чтобы получить код. Хорошо. Я бы хотел кого-нибудь нейтрализовать, знаете ли. То их что-то дофига лазит.
Давайте, наверное, подкараулим. Чтоб нам было проще перемещаться. Так, один тут. Второй сюда пойдет. Если пойдет второй еще внезапно, это будет не очень красиво. Еще неудачно так встал, блин. Вроде пока никто не идет. Они любят, как увидят, сразу начинают стрелять. И это, конечно, жесть, да, еще. Или звонить. Поэтому надо очень осторожно тут действовать, перестраховываться по нескольку раз в идеале. Так, минус. Два пейджера я, пожалуй, оставлю для подстраховочки. Одного убрали, чтобы он тут не мешался. Не бродил бы ни попадя. Так, и нам, наверное, надо будет карты воткнуть, да, сюда? Есть подозрение. Так, что у нас здесь? Два охранника. Один пошел, один пришел. Пипец, блин. Так, куда он? В идеале бы свалил кедрени фени. Справа еще может кто-нибудь подкараулить нас. А, если здесь три, то здесь что у нас получается? Три было. По крайней мере, одного мы убрали. Так, кто-то там еще шел, мне показалось. Нам сейчас надо компьютер найти. И он где-то тут в комнате или на столе может тусоваться. Поэтому придется сейчас по дому побегать. Я хочу вот отсюда начать. У нас... А, у нас здесь этот стоит, начальник ФБР. Ага, пошел туда, окей. А этот спускается, ладно, фиг бы с вами, короче, задрали. Пройдет он куда-нибудь, нет? Только не говори мне, что ты сразу вниз. Давайте, пока эти ушли, мы сюда поднимемся и тут поисследуем на предмет разного. Так, пока ничего не видно. Здесь могла быть эта комната. Вот где эти шкафы, везде могла быть эта укрепленная бронированная комната. Так, и здесь вообще нифига нет, я зря сюда поднялся. Вот вообще нифига. Ни карточек, ничего, ни улик. Как-то очень стрёмно. Давайте-ка отсюда тупо свалим. В стиле Рэмбо. Так, там чувак идет. А мы отсюда сваливаем. Наверное, вот сюда. Что у нас здесь может быть? Здесь вот улики есть. Уже хорошо. А компьютер у нас где-то, значит, в том крыле. Так, ладно. Хотел уже убить его, потом подумал, давайте пока сэкономим, наверное, пейджера. Так, этот тут стоит, этот тут стоит. Ладно, будем стоять подсвечивать, смотреть, куда он пойдет. Мне в любом случае надо в то крыло перемещаться. И, возможно, в том крыле нам кого-то надо будет убирать. Так, этот пошел сюда куда-то. Не самым лучшим образом. Фиг с тобой. Ага, этот спускается. Тыкс. Будь так добр, свали, пожалуйста. Окей. И давайте-ка осматриваться. Здесь бывают улики, но сейчас их тут не наспавнилось. Вообще, что-то не вижу, чтобы тут было дофига улик. Так, вот улики есть. И вон улики. Так, в этой комнате, смотрите, три коробки. Записи всякие. И вот это, кстати, 4, получается, улики. Офигеть. Это много улик. Компьютера я не вижу. И карт я не вижу. Здесь может также это паник рум заспавниться. То есть везде, где эти шкафы. Везде может. Так. А как отсюда нам вытащить?
наилучшим образом. Так, куда-то в ту сторону, короче. Дело ясное. Что дело темное. А давайте возьмем, мне в любом случае утаскивать. Так, и где нам компьютер искать? Вот вопрос хороший. Так, в стиле ниндзя. Можно просто даже вот так вот выскочить, к примеру, и уже улику доставить. Нам их 6 надо. Компьютеры, значит, где-то на столах там. Так, окей, сюда я не пойду. Пойдемте опять в калитку, наверное. Какие у нас еще варианты? Не очень удобно, конечно, туда бегать. Что поделать? Кто говорил, что будет просто? О, их сразу двое. Вы налево. Так, один решил тут тупить. Может быть... А, вау-вау. Одного убрать, чтобы тут не лазил. Хотя, возможно, пригодится для тех, кто именно в доме тусуется. Такс. Ага, идет. Так, я не вижу компьютеров. Я вот вижу еще улики. А вот где компьютер? А вот компьютер. Хорошо. Компьютер начал взламываться. Теперь ждем. Вроде бы никто не просек. И что нам надо будет? Нам надо будет подняться. Ага, кто-то тут. Что-то заметил. Ну да фиг с тобой. 10 секунд. Почти. И потом в подвал сходу. Но там, скорее всего, еще что-то сделать нужно. Как правило, два действия. Берем код. А, все уже. Бывает и так, значит. У меня, как правило, каких-то два действия было. Блин, еще потратили, в общем-то. И пейджер, и мешок. Придется его убирать с дороги даже. Он не будет тут у нас валяться. Это плохо. Надо бы мешки пополнить. А то у меня, по-моему, мешки сейчас кончатся. Это будет совсем печаль. Такс. Давайте пока воспользуемся кодом. Ага, найдите, свяжите главу ФБР. Ну окей, как я и думал. Глава ФБР у нас там наверху. Пойдемте за мешками. И заодно вытащим еще партию. Такс. Или не вытащим. Так, усиньте, фулили они там куда-то. А нам сюда, в общем-то, вторые улики дотащили. Давайте-ка мешки возьмем. Мы этого главу ФБР доведем сначала, а потом пришибем. Там у нас один вариант есть на пейджер ответить. Но это как бы, конечно, мало. Как ни крути. Так, и тут гаврики гуляют. Ну, побежали у нас. Двери же там только открыты. Никаких дыр в заборе, ничего нет, ни камней. Такс. Пока он тут гуляет, мы... Оп. В стиле ниндзя. Почти что. Все, у нас теперь нет возможности ответов на пейджер. Это пипец как стрёмно. Очень стрёмно. Но все немножечко
Из-под контроля вышло, к сожалению, ладно. Так, давайте-ка по-хитрому сделаем, короче. Не хочу я через дом напрямки идти, мы можем через подвал. Главное не спалиться по дороге. Тут по кругу теперь особо-то никто не ходит, мы уже поснимали охрану. Вон там кто-то лазит, тем не менее. Мы можем просто вот сюда прийти. Здесь сумку припарковать. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. А, нам нельзя убивать вот этих всяких. И нам надо начальника, главу ФБР сюда спустить. Он вот здесь стоит сверху, в принципе. О. Сейчас этот упырь куда-нибудь уволокется. Мы начальника этого главного ФБРовца приведем. Так, этот, уходи, уходи. Уходи, уходи. Так, сваливает. Окей. Сразу мы тут действуем злодейством. Забираем это. И ведем. Ну и минус какой, пока мы ведем, нас сейчас могут вполне себе испалить. Иди сюда. Иди, иди сюда. Ему надо вот сюда. Чтобы он тут взломал все, кедрень-фене. Ну, там что-то сетчатку или что он там прикладывает. Пальцев, глаз. Чтобы пошло открытие. Все, он нам не нужен. Забираем труп. Все. Ну и пока что там минуту идет открытие, можно потащить еще улик. В принципе, ж никто не запрещает. Это у нас уже третья улика, еще три осталось. Дверь там сама не откроется, то есть надо будет еще вручную ее открыть именно что. Поэтому можем себе позволить еще здесь побегать. Вот у меня крайне неудобно получилось, что здесь никакой возможности нету нормально туда сюда ходить. Только через ту калитку. И это, конечно, жесть. Это очень неудобно. Обычно оно как-то удобнее бывает. И нам осталось просто зайти и убить того гавра. И улики забрать. Что нифига не просто в нашей ситуации. Да, мне вот эти улики не нравятся вообще таким путем забирать. Сейчас попробуем другую возможность, другую лазейку найти. Пока что пытаемся как-то так прокрасться. Ну, у меня вот была необходимость, в общем-то, да, добыть код, взломать компьютер ФБР и главу ФБР доставить. Бывает, что две карты перетащить и, ну, допустим, того же главу. Бывает, что две карты и столб здесь вот по периметру найти, там, чего-то там с ним сделать. То есть тут вариантов несколько, как правило. И они разные комбинации имеют, эти варианты. Оп-оп-оп. Так-так, как сейчас вот еще спалиться не хватало. По-глупому. Так, что у нас тут? Давай переключим. Так. И закидываем сюда нафиг. Найдите, заберите улики. Нам подсказывают. И это не так, чтобы просто сделать. Где у нас там еще улики? Улики были где-то тут наверху. По-моему, там. Если я ничего не путаю. Или наоборот, там. Такс. Чувак прется. Ну давайте сейчас тут посмотрим. Потому что я уже точно не помню, где они. Нам три улики еще надо. Так, чувак, сваливай. Ага, пошел на балкон там что-то проветриться. Не, походу нифига не здесь.
а в другом именно что краю. Ну окей. Так, я могу через окошко как-то десантироваться? Вполне. Так, окей. Нам надо в ту степь. Ага, там чувак идет. Тут идет. Главное еще не спалиться по глупой. В конце это часто бывает. Для этого у меня две ЕЦМ-ки. Если что-то пойдет совсем уж не так, у меня какое-то время будет. Но этого времени будет нифига недостаточно. Так, вот еще улика. Тыкс. Действуем, злодействуем. Улики никоим образом нас не замедляют. Что выгодно. Так, чуть не спалились. Кто у нас там лазит в неподходящий момент? Где-то здесь у нас должна быть дырень. Давайте поищем. А, единственное, что здесь кто-то шастал. Этот кто-то нас может спалить. Ага, вот дырень. Давайте здесь расколупаем. Попробуем так походить, короче. Ой-ой-ой, охранник. Ушел. Обещал вернуться. Так. Или не получится здесь походить. Тот сволочь стационарный, он, по-моему, никуда не уйдет, короче. Тогда у нас один вариант. Очень долго и нудно через забор по одному этому мешочку таскать. Тем более, что этот теперь тут. Ну окей, давайте сначала, может, сюда стаскаем. Мне еще два надо. В принципе, еще есть вариант вот через верх зайти. Так, а здесь я был, здесь нет ничего. Упс. Кроме чувака, который ходит и не один. Такс. Давай тогда куда-нибудь сюда. Так, нам на другой конец, короче, получается, дома надо. Как только это понять, блин, я уже запутался. По-моему, сюда куда-то. У нас есть еще возможность посмотреть с беспилотника, который наверху вот тут летает. Вон он. С него вот камера. Это вид сверху. Дальше смотрим. А в комнатах можно вот эти камеры использовать. В принципе, можно посмотреть, да, где здесь улики есть. Вот мы где были на кухне, тут уже нифига нету. Здесь нет улик. Здесь вот тоже нет улик. Ну там, я знаю, где они есть. Мы там были, там они в комнате в большом объеме. Зато можно промониторить полностью, где кто что ходит, бродит. Окей. Я отсюда чуток не ориентируюсь с крыши, где... Блин, что тут? Куда нам надо залезть? То ли это место, не то. Давайте соображать. По идее, туда-туда. Нет, по идее, не то получается. То надо туда выше как-то попасть. Фак-фак-фак-фак-фак-фак-фак. Жутко это все, короче. Фиг бы знал, куда нам. Давайте просто залезем уже. Что я так что-то с крыши не ориентируюсь нифига в происходящем. Так, ну это пустые места, да? Или нет? Так, или да?
Да, это вот, блин, я не сюда залез, короче, а не туда, вернее. Давай вылазить. Твою мать. Чё ж вы тут ходите? Это повсюду. То есть нам надо все-таки вылезти и с другой стороны как-то обойти. По факту не хватает двух улик еще. То есть здесь это не то, то это не здесь. Логично, да? А я отсюда, походу, не залезу, нифига. Сюда наверх мне не дают зайти. Так. Соответственно, туда я не попаду, куда надо. А отсюда куда я могу попасть? Я могу, походу, просто попасть. Или могу попасть куда-то. Непонятно. Опять я, короче, не там, где надо. Твою мать, чуть не спалился. Фу, затянулся последний этап. Нам надо в другую часть дома. Пытался по крыше как-то пробраться, но что-то нифига не получается. Поэтому будем по старинке, короче, проходить. Самое сложное потом вот эти улики стаскивать, потому что это жесть, эти гавры тут повсюду лазят. Даже если учесть, что я уже 4 вырубил, это все равно нифига неприятно. Так, там еще и в окна мониторят, это всюду. Так, аккуратненько здесь. Ау-ау-ау. Что у нас? Там чувак ходит, светит своим фонарем. Так, жди, я и тут уже был, я уже нафиг запутался. Ага, все верно. Сюда нам. Так, а как отсюда нам так выбраться эффективнейшим образом? Что-нибудь получить. Так, я могу сюда выкинуть. Сюда. Наверное, вот сюда будет лучше. И нафиг десантируемся. Все, у нас улик, в принципе, достаточно. Теперь только, честно, наворована эта выволочь как-то отсюда. Как-то изловчиться. Отсюда. И ту забрать. Сумочку, пока ее никто не спалил. Пока нас никто не спалил. Все окей. А, теперь вот эти сумки как-то надо утащить. Это самое веселое. Так, там эти гады. И есть несколько вариантов, в принципе, что мы тут можем сделать с этим всем добром, да? У нас же есть ЕЦМ-ки, помним об этом. ЕЦМ-ки нам могут в этом деле тут помочь. Так, вот сюда, наверное, как-то сейчас постаскаю. Потом, наверное, под ЕЦМ-ками буду это дело перетаскивать, потому что, ну, какие-то там круги нарезать как-то не очень, знаете, хочется. По 100-500 раз, поэтому будем пытаться так. Целых долбих 3 сумки надо. Это много. Так, аккуратненько сюда. Ну и все. Переключаемся на автомат. Сейчас придется пострелять, наверное. Потому что нам надо дверцу открыть. Так, это идеально просто. Ну и все. Пока ЕЦМ-ка работает, я думаю, мы успеем тут побегать. Туда-сюда. Запускаем вторую ЕЦМ-ку. Оп. Берем сумочку, погнали. И еще раз за сумочкой. И все, в принципе.
Как обычно, стелс заканчивается немножечко не по стелсу. Но что поделать, таковы суровые реалии. Так, я походу сумку где-то закрепил. Да, я в дверь втрамбовал. Все, уходим. На жажде смерти это просто все еще дольше. Здесь мне, конечно, не очень не повезло с дверью. Если у меня был бы какой-то проход в заборе поближе ко мне, было бы гораздо-гораздо удобнее. А так вышло, что пипец просто бегать. И я поэтому беру вот эти ЕЦМки. Представляете, сколько бы я еще без ЕЦМок мучился бы, там скакал через забор, через все эти. Крайне неприятно это все. Поэтому как-то так. Так, что нам там дадут за это все? Сейф. Так, ну давайте откроем сейф в честь такого дела. Так, инвентарь Steam. Да, у нас сейф. Сразу можно открыть. Нет, давайте-ка, наверное, чтобы он не залагал как-нибудь. Зайдем сюда и попытаемся. Что у нас тут есть вообще? Есть у нас тут прикольные вещи. Вот этот вот, смотрите, неплохой такой, в принципе, да? Вариантик камуфляжа. А, такой пушки у меня даже нет. У нас огнемет есть. С такой вот раскрасочкой тоже достаточно прикольной. Ну ладно, посмотрим. Скорее всего, какая-нибудь лабуда, конечно, как обычно. Но никто ж не мешает надеяться на лучшее. Ну и только надеяться и остается. Чуть-чуть не доходит хотя бы до необычного. Ну ладно, Френзи. В принципе, выглядит забавно. Ничего особого, но забавно. И еще в отличном состоянии. Вполне себе сойдет, ладно, фиг с тобой. Так, окей. И по поводу моего билда. Давайте пробежимся. Пушки, ну, пистолеты, это все такое чисто на скрытность делаем. Конечно, костюм двойка, генераторы помех, понятно. Перк должен быть не этот, конечно же. Перк у вас должен быть взломщик в идеале. У меня он пока просто не качанный. Ну и по стелсу. Вот эти все вещи прокачаны, в штурмовике ничего. В технике немножко дрельки. Но это такой универсальный у меня билд для стелса по большей части. Возможно, его как-то переделаю со временем. Пока вот как-то так. На этом же тогда всем спасибо за просмотр. Не забываем подписываться на канал, ставить лайк, если вам понравилось. Увидимся в следующих видео. Всем всего хорошего. Пока-пока.